Всем огромный привет! Начинается новое видео, новый мой рабочий день. И я вам хочу показать букет. Вот такой он стоит 2000 рублей у нас. И состав его: белая статица, сиреневый лизиантус, аспидистра, здесь немного салала, вибурнум и белые антиринумы. Все. Вот, на 2000 рублей достаточно объемный получился букет. Но я его собирала, естественно, по возможности максимально объемно. Ну, так просили, это букетики на заказ. Вот, такой сиреневый. И сейчас покажу еще один розовый. Вот этот букетик, не буду выходить на улицу, вот он розовенький. Здесь аспидистра, альстромерия, латирус, вибурнум и лизиантус, зелень, салал и все, упаковка. Розовая вот такая, мне она очень нравится, с буковками. Вот, так он выглядит издалека. Розовая ленточка, розовая упаковка, розовый букет, прям ваниль-ваниль. У меня случилась катастрофа, у меня 3 гортензии просто-напросто приказали долго жить, скукожились, завяли, и я их реанимирую. Посмотрим, что завтра будет, как я это делаю, показываю вам. Плотно-плотно сжимаю 3 гортензии, ну, неважно какое количество гортензий, плотно сжимаю, заворачиваю бумагу, как любой другой цветок, а ножки подрезаю коротко, освобождаю стебель от листьев и их вот так вот дроблю сильно-сильно в мясо и ставлю с удобрением на воду, и воды наливаю максимально много. Вот, сейчас поставлю и завтра покажу вам, отопьется она или нет, но я надеюсь, что да. На улице так холодно, не очень хочется выходить вам показывать композиции, ну, по крайней мере, маленькие. Здесь композиции, я очень устала сегодня, очень, время 6 часов вечера, я еще не присела, не поела, ничего, короче, устала. Так, в сторону нытье, короче, композиция на витрину из хризантемы. Я в последнее время стала делать вот такие композиции из хризантемы, и они стойкие, недорогие. Это мое кашпо. Большое, круглое, за 200 рублей. И хризантема, 2 одноголовых, 2 одноголовых Петра, и кустовая Бакарди, и желтая еще хризантема, и немного солидаги, фисташки, и вот такой вот шарик вибурнума. Но это остался от букетика, который я делала на витрину. Вот так она выглядит издалека, вот так она выглядит сверху, и стоит она, хотите верить, хотите нет, по-моему, в районе 1000 рублей. Познакомьтесь, нежная мини-ми такая композиция из всего почти розового, кроме хризантемы. Розовый лизиантус, розовая роза, сорт Misty Bubbles. Моя любимая, любимейшая гвоздика, розовая с такими бордовыми вкраплениями. Я вам, кстати, чуть позже покажу букет, как она круто смотрится с гортензией бордовой рядом. Очень красиво. Альстромерия, гортензия розовая и хризантема Бакарди. Розовая ленточка, обычный пакет. Вот так выглядит она издалека. Будет стоить она что-то в районе 1400. Всем доброе утро. Сегодня мой рабочий день уже следующий. Не тот, что был вчера. Вот так я разговариваю своеобразно сегодня. В общем, помните, вчера я заворачивала гортензию, заворачивала 3 штуки. Одна отпилась вот до такого состояния, 2 вторые еще в некондиции. Я их оставила постоять еще, а одна просто стала как новенькая, даже, возможно, лучше, чем новенькая. Сейчас я буду собирать с ней букет. Вот букет, про который я вам говорила, где в одном букете сочетается розовая гвоздика с серединкой бордовой и бордовая гортензия. Это смотрится очень красиво. Также здесь есть розовая гортензия, которая, вот, мне кажется, эта гвоздика вот создана, чтобы вот в таком букете уравновешивать баланс между темной гортензией и светлой гортензией. По составу здесь фрезия, вибурнум, альстромерия, сорт Шармель. Мне несколько раз писали, что это за альстромерия такая. Рассказываю, это сорт называется Шармель. Белая статица,
офигенный зеленый ирингиум. Зеленый ирингиум я люблю больше синего. Это я поняла не так давно. И аспидистра. Так, ну и все, по-моему, да. Букет дорогой, букет большой. Фотографировать я его сейчас не смогла сфоткать нормально, поэтому снимаю на камеру. Не знаю, в Инстаграм, мне кажется, фотки не будет. Но посмотрим. Букет получился на примерно 5000 рублей. Вот вид сверху. На улицу не выхожу показывать, потому что там скейтеры, такой шум, ужас, ужас. Итак, сегодня у нас немножко потеплее на улице, солнышко, поэтому я вышла. Можно здесь попоказывать. Вчера был дубак вообще адский. Вот букет, который с гортензией отпитый. Здесь вот такая вот роза. Я не знаю, что это за сорт, точнее не помню. Альстромерия, ризиантус белый, аспидистра, осока и вибурнум. Вибурнум. И упаковка бело-коричневая и розовая с письменами, с розовым бантиком. Вот такой букетик. Издалека он выглядит вот так. Ну, вообще ничего в нем такого сверхъестественного нет, но поскольку сегодня, возможно, это последний букет, не очень много цветов, поставка будет завтра, поэтому я решила вам его все-таки показать. Друзья, в общем, неожиданно сейчас купили букет, который я вам вчера показывала, и мне пришлось на его место, пришлось такое нехорошее слово, просто у нас очень мало цветка, и я буквально рожаю сейчас букеты из того, что есть. Зелени очень мало, ничего нету. В общем, ассортимент сейчас небольшой, и я должна была составить, естественно, букет на его место, потому что в витрине дырка. И вот такой букет кишмиш я собрала. Здесь три матиолки у меня, хризантемы сантини, вот такая ризиантус сиреневый, роза, капучино, красавица, аспидистра, альстромерия. Альстромерия вот, аспидистра вот, вибурнум прекрасный, сияет на солнце у нас, слегка потеплело, точнее стало душно. И двойная упаковка, зеленая в дырочку и фиолетовая. Лента здесь будет такая оливковая, очень красивая. Стоит он в районе 4. Друзья, прошло уже очень много времени с момента, как я снимала последние кадры этого видео, которые вы видели только что. Для вас, конечно, прошло меньше минуты, для меня прошло 4-5 дней, а то и больше. В общем, я вышла на работу, сегодня последний уже мой третий рабочий день, и я не могу не показать вам вот такую красоту. Это букет из пионов и белых лизиантусов и эвкалипта. Больше здесь нет ничего, здесь голубая упаковка. Вам, конечно, немножко бледновато видно, но я сейчас букет попробую сфотографировать для Инстаграма. И, ну, кто подписан, те его увидят там чуть раньше, чем на Ютубе. Короче, это не букет, это огонь. Стоит он, конечно, много. Ну, 10 пионов, это уже, сами понимаете, упаковка лизиантуса и целая упаковка эвкалипта. В районе 5, но он вообще красавец. Извините за такую громкость. Трамвай, дорога, все очень-очень близко. Я кричу, как могу. Но если я буду кричать громче, чем сейчас, то люди будут просто подбегать и спрашивать: девушка, вам помощь не нужна? В общем, издалека букет выглядит вот так. Он просто божественный. Кстати, этот букет на годовщину отношений, и изначально молодой человек хотел подарить красные розы с гипсофилой. Но вот на такую красоту я его раскрутила.